Приветствую всех на своем канале, и сегодня у нас кулинарная рубрика. Мы будем готовить шарлотку в мультиварке. Это яблочный пирог, очень простой рецепт и очень вкусно получается. Для этого нам понадобятся яблоки, яйца, мука, берем также сахар. В данном случае я беру столовую ложку, так как мне много сахара нельзя. Но в идеале вы можете взять стакан муки и полстакана сахара. И два больших яйца, либо три маленьких. Вы посмотрите, какие вам подойдут. Я беру 4 больших яблока, а вы можете меньше. Также нам сода понадобится, уксус и масло сливочное для того, чтобы смазать мультиварку. В тесто оно не пойдет, мы просто смажем мультиварку. Итак, сейчас мы почистим яблочки и нарежем их либо кубиками, либо дольками, ну, чтоб не сильно мелко было. Так, нарезаем яблочки. Я режу их не очень мелко и не очень крупно. Вот такими дольками нам будет достаточно. Нарезаем все наши почищенные яблочки. 4 штуки. Так как я яблоки очень люблю, у меня 4. Вы можете взять 3 яблока больших. Нарезали наши яблочки. Мы наши яблочки можем потом посыпать корицей. Очень дает хороший запах и тоже такой вот пикантный вкус. Чашу мультиварки мы смазываем маслом. Так хорошенько смазываем, чтобы поверхность была вся покрыта. Смазали чашу и высыпаем наши нарезанные яблочки. Теперь мы распределяем яблоки полностью, чтобы покрывало дно чаши яблоками равномерно. Теперь посыпаем корицей наши яблочки. Вы можете посыпать также на яблоки сахар, чтобы они были слаще. Если особенно у вас яблочки кислые, то обязательно посыпьте сахаром, и они тогда будут намного слаще, если вы особенно любите все сладкое. Посыпали, теперь мы можем приступить к тесту. Сахар я уже в тарелочку высыпала. Разбиваю 2 яичка туда. Если вы хотите, чтобы у вас было больше теста, вы можете вбить 3 яйца. И теперь быстренько-быстренько все мы перемешали и можем добавлять муку. Муку я добавляю постепенно и просеянную. Я делаю тесто не густое, а такое, чтобы оно было как сметана. Поэтому я добавляю муку по чуть-чуть. Старательно мешаю наше тесто, добавляю, если нужно, еще муки, просеиваю. И мешаю дальше. Я смотрю, чтобы наше тесто получалось такое тягучее, как сметана. Не совсем жидкое, но и не густое. Это очень важно, чтобы получилось наше тесто такое вот рыхлое, мягенькое и пропиталось яблочками. И было очень вкусное, чтобы оно было не забитое, не сильно густое.
Все, больше я уже не буду добавлять муки. Нам уже достаточно. Теперь я буду соду гасить уксусом и добавлять наше тесто. Делаем все это очень-очень-очень быстро. Пол чайной ложки и добавляем туда уксуса так, чтобы пошла пена. Размешиваем в чайной ложке быстренько все это дело, уксус с содой, добавляем тесто и быстро начинаем мешать. Наше тесто мы уже перемешали, убираем венчик. И теперь мы будем выливать нашу чашу на яблочки. Вот такое, смотрите, жиденькое тесто у нас получилось, как сметанка. Выливаем тесто на яблоки такими вот круговыми движениями, чтобы полностью покрыть наши яблочки. Мы залили тестом яблоки и теперь можем включать на выпечку. Выбираем программу. Программа у меня тут есть уже выпечка. Она длится ровно час. Все, выбрали. Теперь мы нажимаем на старт и ждем, пока пройдет время. Можем заниматься дальше другими делами. Время прошло, и мы можем посмотреть, что у нас там. А у нас вот тут что? У нас уже готовая шарлотка. И мы видим, как тесто поднялось. Оно рыхленькое. Просвечиваются яблочки. То есть яблочки мы тоже видим, так как у нас очень много яблок. Так как я люблю много яблок, особенно в шарлотке. Теперь мы подождем какое-то время и можем из чаши уже пересыпать нашу шарлотку в тарелку. Края я вот так вот отделяю от чаши, чтобы наша шарлотка хорошо на тарелочку вышла из чаши. Подгибаем края, смотрим, чтобы она отходила от краев, наша шарлоточка. Очень вкусно пахнет. Так, и теперь быстро мы переворачиваем. Все, снимаем. Та-дам! Вот такая наша шарлотка. Она немного у меня там где-то поломалась, но все это мы делаем как бы для себя, да. И может плохо я от краев отделила шарлотку, но тем не менее очень она вкусно, здоровски получилась. Вы можете, естественно, сделать тесто побольше, но я вот очень люблю яблоки в шарлотке. Они как, ну, просто не такие запеченные, как просто мы бы запекли, да? Они в шарлотке особенные, очень вкусные. И тесто такое вкусное получается, особенно когда оно жидкое, не забитое, не густое, а вот как сметана. И просто оно рыхленькое и сочненькое, пропитывается хорошо яблочками. И такая вкусная, обалдеть просто. Нарезаем нашу шарлотку. И вы увидите, что там внутри происходит. Как она в разрезанном виде выглядит. Так, поддеваем и перекладываем аккуратненько на тарелочку. Вот немного, не получилось. Еще раз. Так, сейчас точно получится. Вот. И перекладываем на тарелочку. Смотрите. Ням-нямка.
посыпаем сахарной пудрой. Это особенно для сладкоежек, кто любит много сладкого. И сахарная пудра как раз она прикрывает все изъяны. Смотрите, вот так вот выглядит аппетитно и вкусно. И обалденный запах. Мы видим вон слой яблок и нашего теста. Очень вкусная шарлотка получилась. Это просто наслаждение. Так что приятного вам аппетита. Если вам понравился такой простой рецепт очень вкусной шарлотки в мультиварке, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду вас рада видеть в своих подписчиках. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. Увидимся. Пока-пока.